Эй, йоу, братва, привет всем! Это видео посвящено разбору и микроистории о том, как я делал саунд-дизайн и работал со звуком над клипом Хаски под названием «Сказки». Здесь я немножечко расскажу предысторию, расскажу о своих методах подхода в работе со звуком, бэкстейджа, немножечко прикольчики и фишки с проекта. А для тех, кто меня не знает, меня зовут Антоха Бустер, делаю я звук для проектов уже около 10 лет, позиционирую себя как саунд-дизайнер, но также и музыкант, и композитор, и пишу для фильмов, для всяких-всяких, короче, проектов интересных. В общем, небольшая предыстория о том, как я вообще подхожу к работе над подобными проектами. В целом, вообще, любой проект — это отдельная, удивительная, уникальная история, и, конечно же, ее нужно раскрыть и подчеркнуть звуком. «Сказки» сам по себе уже название говорит о многом, и ключевой моей задачей была, как саунд-дизайнера, попытаться раскрыть вот этот как раз характерный саунд, сказочный, может быть, ну не даже не сказочный, а какой-то старорусский, может быть. Для этого мне помогли обычные инструменты, хотелось, конечно, записать и балалайку, и с гуслями поработать, но ничего этого под рукой не было, и писал я обычную укулеле, писал я скрипку, подмешивал всякие слои. Это та самая укулеле, слой укулеле, о которой говорил. И тут еще подмешаны всякие такие штучки обработанные. Просто из обычного аккорда можно получить такой мистический, достаточно интересный саунд. И в целом вот этот характер инструментов получилось у меня создать. Лейтмотив — это те же аккорды, те же тональности, ноты, которые на протяжении всего клипа присутствуют у Хаски. У меня было где разгуляться. Вообще в подобных проектах, его нетривиальных клипах, всегда есть киношная часть, когда стоп-тайм по музыке и есть погружение в атмосферу, в какую-то историю. Ну и здесь в целом у меня было, да, интро вот это, яма, в которой я мог что-то придумать, что-то показать, вот, и как-то подчеркнуть происходящее. Давайте немножечко покажу, какое количество слоев может набираться в подобных сложных проектах. Во-первых, это максимальная индивидуальная история, однозначно. Но из конкретных задач, которые саунд-дизайнеры мы для себя ставим, зачастую рождаются определенные идеи, которые могут выливаться уже в характер и в стиль. Эмбиенс у нас достаточно насыщенный, особенно на старте слой, который сразу погружает локацию. Вороны, всякие разные атмосферки. В общем, какие еще фишки и приколы? Голос мой. Здесь писался мой голос, вокал, вот эти все завывания. Такой вот голос мой, страшный. Он же сабовый такой, да? Интересный.
Также подмешивались какие-то хоровые сэмплы. Что еще? Еще гитара, заводку гитары писал. Самая главная вообще задача, ребят, саунд-дизайнеров, если вы до сих пор не поняли, кто это такие, это не те люди, которые просто накидывают звуков. Задача наша заключается в том, чтобы раскрыть вот этот характер, вот это настроение, подчеркнуть винтажность, допустим, подчеркнуть историю, которая здесь заложена артистом, ну и в целом всей командой, которая работала над этим проектом. И моя задача как человек, который звуком занимается, во-первых, а, не мешать основному саунду, это первое, б, не выбиваться из стилистики, из характера вот этого саунда, с, попытаться как тоже творческому специалисту внести какую-то свою фишку, лепту и сделать что-то вкусное, интересное. В общем, ключевое — это сделать стиль, чтобы это было целостно, стилево, вкусно и смотрелось на одном дыхании. Ну и, конечно же, попытаться еще киношности вот этой подчеркнуть и погрузить вас максимально в эту короткометражную историю, скажем так. FX-ы, давайте слой FX-ов посмотрим. Покажу вам FX-ы. В FX-ах интересные, на мой взгляд, решения. Их тут много. Есть абстрактные всякие штуки. Это даже уже не помню некоторые слои. Но вот это гитарные точно слои, которые с постобработкой. Акустическая гитара, которая с постобработкой звучит достаточно интересно. Те, кто захочет посмотреть какую-то внутрянку прям подробно для именно музыкальной звуковой аудитории, я выложу полный разбор на своем бусте. Если хотите, переходите, смотрите. Здесь мы сейчас посмотрим именно мышление и всякие фишки, приколы. То еще из интересного слоев. Ну, конечно, тут в каждой части это свои какие-то решения. Чаймсы, да, вот эти, которые создают такое настроение. Гитарная заводка, которая переход делает, да, райзик такой. Импактики. Ну, сейчас мастер отключен, чтобы не грузить. Все это делается в несколько этапах. Сначала основная работа, потом это все общими слоями. Мастерится, сводится отдельно. То есть это многоэтапный такой продакшн всегда. А для тех, кто хочет больше всех вот этих приколюх, подписывайся на мой телеграм, я веду телеграм о проектах своих, да, рассказываю про свою, скажем так, творческую деятельность, и также на мой ютуб канал обязательно подпишись, потому что здесь все больше я буду рассказывать о проектах, над которыми я работал. Также инструменты, хор здесь есть подмешанный. Реверсный. Еще есть сабовая часть, синтовая история, которая тоже создает дополнительную атмосферку и погружение. Колокол. Еще крутое решение, которое мне пришло в голову, как связать все эти части. Был выдернут один сэмпл от Димы и растянут в отдельную нотку такую, которая в той же тональности, на которой останавливается, скажем так, ну вообще весь у нас трек, и останавливается часть с треком. На фоне играет определенную связующую нотку. Потом уже ресэмпл и поделен этот. Это на самом деле войс и сэмпл голоса хаски с помощью кьюз сэмплера.
То есть это один кусочек фразы «игра», протяжная штучка, сэмпл выдернут и обработан всякими штуками интересными. Ну что могу сказать? Это такой кратенький разбор. Я думаю, он кого-то вдохновит на работу с саунд-дизайном. Это на самом деле очень интересная история. Очень творческая и непростая. Как, я думаю, вы здесь уже увидели, это всегда симбиоз различных подходов, записи живых звуков, синтеза, креативных идей каких-то, которые рождаются в общую звуковую картину, направленную на погружение и усиление определенных эмоций и подчеркивание определенных, скажем так, сюжетов. Вот. Если кому-то интересно и полезно было это видео, обязательно подпишитесь. Я рад всех приветствовать на своем канале. Скоро будет больше разборов, интересных кейсов, крутых фактов из мира саунд-дизайна. До скорых встреч, с вами был я, Антоха Бустер, пока-пока.